Всем привет, друзья! Перед началом просмотра данного выпуска хочу вас попросить поставить лайк авансом на это видео и не забывайте, что все новости мы делаем только для вас. Ну а мы начинаем свежий выпуск. Сегодня рано утром в больницу был доставлен российский актер Александр Наумов. По всем нашим данным, которые сейчас есть у нас, у него случился приступ прямо за рулем, когда он ехал на съемки фильма Подмосковья. Его автомобиль выехал с дороги и ударился об дерево. К счастью, актер сильно не пострадал и сейчас находится в больнице. На данный момент, друзья, мы больше пока информации не владеем. Уже завтра утром на нашем канале появится чуть больше информации, где вы более подробнее узнаете, как это все происходило с нашим любимым российским актером Александром Наумовым. Главное, следите внимательно за нашими новостями и не упускайте из виду свежие выпуски, которые мы делаем для вас каждое утро.